За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» удостоены Сабирзянова Мария Михайловна, изготовитель конфет кондитерской фабрики «Волжанка» Ульяновской области. Первым Марию Михайловну поздравил председатель федерального правительства Михаил Мишустин, который вручил заслуженную награду. Наша героиня не скрывает эмоций и признается, даже не думала, что ее удостоит такого высокого звания. Это же было очень неожиданно. Ну как так? Простого работника выделили в Москву на поздравление, на вручение награды от первых лиц правительства. В трудовой книжке у Марии Михайловны лишь одна запись – кондитерская фабрика «Волжанка». Сюда она пришла в 1981 году после окончания училища по специальности кондитер сахаристых изделий. Начала работать в конфетном цеху, да так и осталась. За 41 год работы освоила и несколько смежных профессий – машиниста, упаковщика, глазировщика и рецептурщика. Ну, наверное, в детстве нам в то время всем не хватало вкусностей, сладостей, особенно шоколадных конфет. И когда я узнала, что в Ульяновске есть такая кондитерская фабрика «Волжанка», мы с подружками решили сюда приехать попробовать. Ну и все, настолько втянулись в процесс, настолько нам понравились эти конфеты, процесс изготовления, что мы сами прикладываем к этому труду свои руки. Своими знаниями Мария Михайловна делится с молодежью. Уже много лет она обучает новых сотрудников. За 40 лет на фабрике многое что изменилось. Старое оборудование сменилось на современное, открылись новые производственные линии, выросло качество продукции. Но любовь к своему делу осталась. Это и есть главная составляющая успеха. Анна Тищенко, Улправда ТВ.